зовут Ирина. Сегодня я помыла голову и выхожу впервые в коридор. Я приехала на операцию замены тазобедренного сустава из Москвы. Много читала, консультировалась перед поездкой, где лучше сделать операцию, так как возможность была поехать как в Германию, так и в Израиль. Остановилась на Чехии, так как уровень медицины не отличается от немецкого. И я не ошиблась. С самого приезда меня окружили заботой. Учитывая, что у меня ограниченная подвижность была и до операции, я ни в чем не была ограничена. Уже в аэропорту все предусмотрено для таких, как я. В больнице все предусмотрено и сервис на уровне. Все очень милые. Это очень важно для человека, который и встать в туалет не может в первые дни самостоятельно.